Но сегодня мы продолжаем тему «Реальность и картина мира». Поскольку не все прослушали начало, я составил на этот счет резюме, причем оно получилось не кратким, поскольку в этом резюме я еще решил акцентировать внимание на некоторые моменты, которые мы проскочили в прошлый раз. Итак, мы говорили, что реальность мы будем понимать как непосредственную данность. То есть это то, о чем составляет человек свое мнение, при этом вырабатывая критерии его достоверности. Чтобы себе позволить сказать, вот это и есть поистине. Я утверждаю, что категория реальности необходима, поскольку мы убеждены, что в реальности мы сталкиваемся с чем-то таким, что не есть сама мысль. Иначе все последующее теряет смысл, а жизнь всяческий интерес. Просто не о чем говорить. Мы говорим о реальности. Картина мира, категория картины мира – это более-менее согласованная совокупность мнений о реальности. Картина мира тоже необходима. Она также обязательна человеку, как и реальность, как и категория реальности. Иначе человеку не с кем говорить. Ведь с реальностью нельзя разговаривать. Мы о реальности составляем мнение. Но беседуем, обсуждаем, мы на самом-то деле картину мира, а не реальность. Картина мира всегда индивидуальна, как реальность, впрочем. Хотя может опираться и всегда опирается на некоторый общественно значимый вариант картины мира. Или имеет в виду несколько общезначимых картин мира. Далее, я хочу сразу же подчеркнуть, что картина мира – это не эпистема Фуку. И тем более, это не куновская парадигма. И понятие картины мира – это не есть понятие культуры, это более узкое понятие, чем культура. Вот, поскольку есть много феноменов культуры, которые практически не оказывают влияния на восприятие нами актуальной реальности. Вот. Но, тем не менее, картина мира оформляет реальность в культурных формах некоторых. Да? Значит, немножко подробнее об эпистеме. Но на самом деле у Фуко там это достаточно сложное понятие. Кроме того, он сам менял мнение на этот счет. Поэтому, в принципе, лучше это не обсуждать. Самое главное отличие – это то, что эпистема Фуко всегда понималась как нечто общественное. Да? Он выделял, допустим, три эпистемы. Эпистему Ренессанса, эпистему классическую и эпистему модерна. То есть эпистема – это как некий дискурс формирования, да? Что определяющий способ, который мир представляется или видится. Вот так понимал эпистему Фуко. На самом деле, вот очень много пересечений с картиной мира, с моим понятием как картины мира, которое я развиваю, но лучше в эпистему не углубляться. Кто хочет, всегда может найти сам какие-то параллели. Далее. Всякая картина мира неизбежно человеком детализируется, уточняется, то есть она всегда существует в некоторых вариациях. Картина мира говорит о должном, в том числе о допустимых теориях и практиках. Например, картина мира определяет допустимый метод исследования реального. Вот в данный исторический период, вот что допустимо считается. Вот. Но мы знаем, что в первой половине 20 века, или даже практически целый век, вот считалось, что научный метод – это вот единственный правильный метод формирования картины мира.
практически вот те представления, которые доминировали в прошлом веке, они были фундированы именно существующей научной картиной мира или научным методом. Следующий пункт. Стало быть, делаю я вывод. Реальность и картина мира – это две необходимые категории в разговоре о человеке. То есть это две важнейшие антропологические категории. В онтологии им соответствует бытие и мышление. Вот. Тут тоже можно соотносить как-то реальность с бытием и картину мира с мышлением. Вот. Но я сразу же отмечу, что парменидовское тождество бытия и мышления, да, то есть тождество реальности и картины мира, здесь априори невозможно, поскольку это ведет к катастрофе, как будет ясно дальше из изложения. Далее, влияние реальности на картину мира. Ну, как бы по определению оно очевидно, да? Влияние картины мира на реальность проясняется легче всего в действии. Ведь действуем мы в значительной степени под влиянием картины мира, да? Имея в виду какие-то наши собственные ценности, а ценности и это элемент картины мира. То есть под воздействием картины мира мы изменяем реальность. Да, так, а все-таки чем тогда вот эта картина мира отличается от загрязненности сущего, означающей в традиционной французской философии? Еще раз. Чем картина мира отличается от загрязненности реальности или мира, означающей? Ну, мы в самом деле, мы пытаемся прийти к реальности. Нет, ну, естественно, да, мы к этому подойдем. Мы пытаемся прийти к реальности, а на самом деле, поскольку мы существа дискурсивные, пребываем в различных дискурсах, то мы живем в экологически грязной среде. Экологическая грязная среда состоит, что весь мир перед нами загрязнен вот этими самими многочисленными коннотациями, то есть многочисленными означающими. Ну, тут я только тебя поправлю. На мой взгляд, неверно говорить означающими. Означающие – это кто, да? Да. Вот, это субъект некий, означающий, да? Но означающий – это нечто. Вот во французской философии означающий, допустим, понимается как бы, ну, слово. Ну, мы же всегда живем в паразитах. Я говорю, да, ну, правильно. В мире загрязнено паразитами, потому что мы видим перед собой розу, и, к сожалению, у нас роза – символ любви. Вот этот паразитарный смысл, то есть роза – символ любви. Ну, что паразитарный? Ну, какой еще? Он и есть. Может, тебе нравится паразитарный, да. Да, это картина мира состоит из знаков. Да, вот я и говорю, что она загрязнена. Вот со значающими... Пока не очевидно, что именно реальность. Может, мы строим картину мира для того, чтобы строить картину мира. Да. Подождите, вот давайте все же по пунктам. Да, я хочу сказать, что терминология со значающими мне не очень нравится. Поскольку это всегда предполагает некую объектность. Я говорю просто о знаках. Знаки – значения. Да, если ты хочешь сказать, что наша культура, это тоже есть некий конгломерат знаков, да? Я сказал, что картина мира, в моем понимании, это нечто более узкое, чем культура. То есть картина мира говорит о должном, о том, как должен быть устроен мир, да? Разные загрязнения, шелушения, это может быть, да. Только модусом долженствования. Да, 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 да. Если когда мы находимся в такой экологической ситуации, да, с загрязненностью мира, да, да, да. Нет, то, здесь нет долженствования. Но ты можешь считать, что ты должен жить вблизи, понимаешь? Ну, так нельзя. Нет, почему? Вот ты, поскольку картина мира может быть индивидуальна. Вот нюанс, один из важнейших моего понимания картины мира, что картина мира может быть общественно значима, и она же происходит рецепция человека, и она индивидуализируется. Понимаешь, и ты можешь вот это самое и внутри себя жить как это какой-нибудь там. Не, я понимаю, то есть вот есть, все, да, есть ситуация, когда пытаешься, блин, в одном шелушении, да? Увидеть все время розу, у тебя не получается, все время символ любви. Вот да, эта грязь, загрязненность любовью прекрасного цветка, должна быть любовь. А у вас получается иначе. Видишь розу? Не, я розу не вижу, здесь любовь.
И должна быть нет, любовь, и только нет, любовь, нет, и только-только любовь. Нет, нет, не так? По-всякому может быть. Я, естественно, это вот то, о чем ты говоришь, это означает, как это... Просто разница только в отношении, да, в модусе. Ну, как, то есть, таким образом, я, когда смотрю на розу, я по-разному отношусь сам с собой. В одном смысле, что вот в мире пошлости, когда я... Эта роза должна быть символом любви, 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 любви. Это вот в модусе пошлости я существую. Или в модусе вот такого экологического отчаяния, когда я смотрю на эту самую розу, и мне кажется, блин, да когда же я увижу-то ее наконец? И сколько можно... Да, тут модусов на самом деле может быть много, но я специально старался себя ограничить, потому что вот все возможные детализации вот этого... концептуального подхода, они могут быть проведены позже. Поэтому вот эти все вопросы лучше задавать в самом конце или предлагать свои варианты. Так, значит, на чем мы остановились? Стало бы... вопрос как бы такой существенный просто. Подожди, давай вот я дочитаю резюме и вопросы. Вот еще два пункта. Стало быть, реальность и картина мира – это две тесно взаимосвязанные категории. Ну и, наконец, одно, опять же, из самых главных моментов, это картина мира, это конструкт чистой мысли. То есть это тоже реальность. Так, да? То есть вот тут такое диалектическое взаимодействие двух категорий всегда надо иметь в виду. Далее, в прошлый раз, значит, были проведены некие рассуждения, идущие от этимологии слов. Я всегда вот считаю очень важным обращать внимание на этимологию слов, поскольку в словах, в их генезисе, да, заключается основа нашей культуры, да. И если ты вдруг решил провести некие рассуждения, то должен обеспокоиться о том, как это будет соотноситься с основами. Ну так вот, на мой взгляд, все соотносится замечательным образом, поскольку res, да, вот латинский корень res, это с одной стороны в средневековье приобрел смысл вещи, а с другой стороны, изначально-то это предмет обсуждения. Да? Это то, о чем говорят. И реальность – это то, о чем говорят. То есть, это с одной стороны реальность, мы понимаем сейчас, это там, где многие вещи, да, вот они как-то там сами по себе могут быть еще до нашего разговора. А с другой стороны, это воспринятые нами уже вещи в некоторой взаимосвязи. А русская вещь вообще произошла от глагола «ведать». Да? То есть вещь в нашем понимании – это то, что дается в познании. А знание возможно только в виде знаков, значений. И о том, что не является знаком. То есть вещь – это символ, вот некое целое. Все нормально. Так, а воспринимаемые вещи и реальность, в принципе, посредством логоса. Вот это тоже для меня важное утверждение, поскольку вот человек, то есть стал человеком, когда начал говорить. И благодаря логосу каждая вещь как целое осмысляется в форме знаков. То есть она получает значение. Далее мы затронули этимологию слова «факт». А факт несет смысл... искусственности, сделанности, совершенности уже. То есть вот факт, фактичность по смыслу – это фиксация движения наличной реальности, уже произведенной, и взаимосвязи вещей. Вот и это то, что люди тоже называют реальным. Но поскольку факт – это всего лишь знак, то есть факт – это то, чего нету. Поскольку мы считаем, что существуют вещи, да? События не существуют, что ли? А? События. События? Это взаимосвязь вещей. Ну, значит, существуют не только вещи, а еще существует некая взаимосвязь, которая не существует вещи. Взаимосвязь существует только в нашей мысли. Факт существует только в нашей мысли. Ну, Александр, это как-то немножко так спорно, потому что, и, может быть, и вещи существуют только в нашей мысли. Мы может сами быть. Как-то разделим. Может. Правильно. Они, может быть, были во взаимосвязи? Абсолютно правильно говоришь.
Поэтому вот мой подход-то в чем заключается? Что я говорю, вот есть реальность, это то, что не есть чистая наша мысль. Но факт – это чистая наша мысль. Ну, это как-то странно. Факт, взаимосвязь вещей – это чистая наша мысль. Потому что я сам лично устанавливаю взаимосвязь вещей. Это абсолютно чистая мысль. И все знание существует исключительно в форме чистой мысли, в форме знаков, значений. Понимаешь, ничего такого сущностного там нет. А ощущения это не факт? А? Не знаю, ощущения какие-нибудь, можно назвать ощущения фактом? Вот мы дальше будем, скажем, мой феномен. Если я анализирую ощущения, они приобретают форму факта. Ну вот если я, например, говорю, это красное. А? Если я говорю, это красное, роза красная, например. И слово красное, это означает, что я... Все, что ты говоришь и все, что ты понимаешь, приобретает форму знака, конечно, значения. Это я, может быть, так и говорю, да. Но когда я говорю, это красное, содержание этого знания состоит в том, что я отсылаю к некому опыту своего чувственного восприятия, то есть к восприятию красного. Я говорю, роза красная, и таким образом я воспринимаю, отсылаю к своему некоторому... Всякий отсыл – это знак, конечно. Нет, и, так отсыл-то это безусловно, но отсылся, да. Связь-то я строю, но посередине этой связи у меня есть красное. Ведь как работает Шеннонская теория информации, да? Так правильно. Вот ты очень верно говоришь. Ну. Вот твоя фраза, твое знание выражено в форме знаков. Но ты отсылаешь какой-то реальности. Да. То есть ты говоришь о реальности. Да, и вот содержание моего знания, роза красная, она состоит в совокупности вот этой самой розы, о которой я говорю, но вот со своим чувственным опытом, который она есть красная. Что же в совокупности? Вот ты говоришь о чем-то. Я понимаю, о чем ты говоришь. Потому что у вас есть опыт красного. Правильно. У меня есть опыт реальности. Правильно, любой разговор, он состоит из разговора о чем, и в этом разговоре мы говорим что-то. Вот что-то, это вот в форме речи, это значение и знаки, да? А о чем, вот мы говорим о реальности, в данном случае о твоем восприятии красного. Почему ты красный свет любишь? Не, ну вообще-то знаки-то все стандартные же вещи, нужны только для передачи. Условно говоря, два типа знаков. Одни знаки, они включают в себя вот эту реальность, знаки... как один из своих элементов, да, то есть там реальное означаемое. Знаки бывают только одного типа, вот в моем понимании. Вот. Но это, так сказать, отдельный разговор о знаках. Я хочу это пропустить, да. О знаках. Вот. И, так сказать, резюмировать вот этот пункт следующим. То есть вот фактичность, в моем понимании, это товарная форма наличной реальности. Это та реальность, что продается или продается другому. И у нее есть иное имя, это картина мира, да? Тот идол, которому вот поклоняется человек модерна. А идол, что интересно, это фетиш. Вот фетиш, вот соотнесение двух слов, факт и фетиш. Они имеют один и тот же латинский корень, на самом деле, и происхождение, да, и генезис. Но фетиш – это вот португальское слово, которое привело доминирующее значение, которое – это вот идол какой-то, да? То есть смысл коммуникации получается не в передаче какого-то сообщения, а как бы в торжестве долженствования определенной картины мира. Нет, в торжестве самой коммуникации. Нет, просто... Коммуникация ради коммуникации. Возможно, мы об этом дальше будем говорить, смысл. Что картина мира гипостазируется, то есть она приобретает уже функцию, но роль фетиша, да? Это дальше мы будем говорить. Так, далее, значит, в нашем разговоре о реальности мы пока остаемся в рамках задаваемых корреляций бытия и мышления. Это я уже объясняю. Вот корреляция бытия и мышления, у меня не был вопрос, это немного странно вы ведете. Да, что... это я уже объясняю положение... Потому что мышление относится к знанию, а не к картине мира. Картина мира – это нечто другое. Это я уже объясняю положение дел с точки зрения философии. Но это вот твое понимание мышления, оно достаточно своеобразное. В данном случае, поскольку... Хорошо, я отвечу на этот вопрос так. На самом деле, я старался привести изложение этого концепта
в общее более-менее на 90% в рамках распространенных терминов, да, и категорий. Вот, поскольку если бы я начал говорить там, начиная с развлечений, это было бы очень трудно все объяснять. Я, честно говоря, вот удивлен твоим пониманием мышления. Но я могу сказать не про мышление, поскольку мой рассказ начнется как бы с самого начала, вот с возникновения говорящего человека, да, то я могу сказать, что это вот то, что, ну, уже самый такой примитивный человек, он уже понимал, что в голове что-то есть, понимаешь, да? Вот. И вот это вот он назвал мышление. Не, ну, была же гегелевская чисто понятие. Конечно, да. Чисто гегелевская. Никакой картины мира у Гегеля нет, да? Да. Если подумать. Да. Почему? Вот даже странно, вы говорите, что она обязательно есть, а у Гегеля его нет, хотя он вроде современный философ, достаточно современный для нас. То есть картина мира, это на самом деле, если задуматься, это некого рода модель. Вот вы, кто-то в физике, например, различает модель и теорию. Ну, не знаю. Картина мира, есть теория, то есть знание, а есть модель этой теории, или картина мира. Была. Это представление, понимаете, это... а не знание. Я уже произнес, вот ты забегаешь вперед. Трудно возражать. Я уже произвел слово антропология. То есть в моем понимании, вот как бы я человек рассуждающий, до всякой философии, да? Вот я специально сказал, вот я объясняю положение дел с точки зрения философии. У тебя уж очень узкое понимание мышления. У меня гегелевское понимание мышления. Обычное стандартное понимание гегелевское. Никакого узкого нет. Но, наверное, тогда с вашей точки зрения гегель узкое его понимает. Но никакого другого мышления. Давайте только не раздражаться, да. Нет, да, мысль это действительно как. В чем заключается? Мысль заключается в том, что вот есть такое понятие, как представление или, не знаю, образное мышление, мышление как бы, ну, такое недомышление. Мышление, которое не стало еще знанием как таковым, не стало понятием, не стало чистым как бы от всего неотрефлексированного. Оно еще вот как бы. Вот в виде такого представления существует. В виде каких-то картин как раз. Парменид, о каком мышлении говорил? О чистом. О чистом. О чистом мышлении. Да, чище не бывает, парменида. Слово картина, это представление. Не важно, о чем говорил парменид. Речь идет о том, что, может быть, это как бы ситуация как раз там 20 века, когда все молятся на науку, да? Вот. Но вот пока все молятся на науку, они именно так и мыслят, что есть точное знание, да, вот, которое как бы очищено уже от всевозможных представлений, а есть как бы вот недознание, такое картина, вот, представление, образ, и они чем-то ущербны. Возможно, это как раз и есть, ну, ошибка какая-то, да, в современном обучении. Может быть, без вот этого образа, без представления ничего и невозможно. Квантовая механика там. Квантовая механика как раз и возможна. Она как раз без представления. Она возможна без представления, а представление ее только портит, как бы искажает. Но тем не менее, не сошелся же Клин с Фельдклином на квантовой механике. То есть, ну, здесь есть проблемное поле. Вот. Просто вам нужно как бы достаточно легко этот мячик отбить. Вот, надо просто решиться, там, как вот к этому относитесь. Я об этой проблематике, которую ты вкратце описал, только и думаю на самом-то деле, понимаешь? Угу. Для меня это совсем не новое, я просто удивился, почему вдруг вот на этой формуле бытие и мышление вдруг возник разговор. В чем это, я не понимаю, ты совершенно не объяснил. Нет, он имеет в виду, что есть как бы представление, а есть мышление. У вас почему-то представления его нету. Хотя как то, что вы говорите про картину мира, относится скорее к представлению, а не к мышлению. Ну, хорошо. То есть, а представление – это не мышление. Получается, что у вас как бы вот в вашей схеме, да, есть реальность, есть представление, а мышление, оно как бы выпало, понимаете? То есть, скажем, не мышление, а вот это чистое мышление, панихидное мышление. Мышление, которое… Оно просто тождественное с представлением, просто как одно. Либо оно не различено, либо оно как-то вот… Оно все прекрасно различено. Все прекрасно различено. И давно различено. И в русской философии в том числе. Есть символы и есть знаки. Вот то, что ты говоришь, ты имеешь в виду знаки. А есть еще символы, то есть образ. Но образ это тоже мышление, причем не чувственное. Ну как это я не понимаю? Народ говорит не о знаках, не о символах. Народ говорит о понятиях. Да, народ говорит о понятиях. А понятие это знак.
Нет. Вот тут мы не согласны с вами. Понимаете, так мы не будем сейчас... Даже вот были Канта, любите, у Канта понятие это не знак. У Канта правильно. Но... потому что Канта намудрил. Как намудрил? Кант... Егеля также нет. Подожди секунду, я думал, ты про Гегеля говоришь. И про Канта. Гегель намудрил, а Кант более-менее, кстати. А Канта более-менее. Просто, к сожалению, соотнесенность слов в русском языке, как правильно понимать, да, и в немецком, в этом-то и сложность. Почему вот до сих пор нету, это мы уже настолько отвлекаемся, извини, это все из-за тебя, Булат. Почему нету общепризнанного понимания знака? До сих, потому что на немецком очень трудно заниматься этой проблемой. По-русски все очень просто. Но я же не навязываю свое понимание сейчас. Александр, давайте совсем по-простому, как бы, чтобы не было только конфликта. Опять же, в чем состоит вопрос? Даже не возражение, а вопрос. Вот классическая ситуация. Есть реальность, есть там человек, субъект, как угодно, и он мыслит об этой реальности. То есть он как-то вот они мыслят. Понятно, что он как бы мыслит, он осмысляет ее, какие-то смыслы у него появляются. Так вот, в чем вот это мышление, да, вот в том классическом понятии мышления, отличается от формирования картины мира? То есть, или это то же самое, или... Да ничем не отличается. Вот вы, господа, я вот тут не понимаю такой подход. Вот у меня на самом деле доклад там, вот этим всем вопросам бы посвящен. Вот вы послушали до конца, и все было бы ясно. А когда навязывается другая терминология, это очень трудно, понимаешь? В чем, я сказал одно слово, бытие и мышление. После променидов, в чем проблема? Да нет, проблема не в этом, а в термине картины мира, только в нем. Потому что картина, это представление. Картина, это картинка, это образ, это уже как бы в термины картины мира содержится вот это вот весь конструктив. Так мы об этом и будем говорить, понимаешь? Хорошо. И по-разному. Вот это-то то, что им и надо будет осмыслять, и где есть предмет действительно размышления. Сейчас я просто отметил тот факт, что пока... Я объясняю с философской точки зрения. Весь разговор идет в рамках корреляции бытия и мышления. То есть восприятие реальности по умолчанию скоррелировано с точки зрения человека, субъекта. И мы не задаемся вопросом о возможности познания существования реальности самой по себе. В каком-то виде, там, платоновском, кантовском или еще. Вопрос о реальности мы даже не задаем, потому Правильно. Что мы с вами согласны. О некой абсолютной реальности. О некой терминах идет. Это вот Балдачев, если был с ним... Да, не зависит от нашего мышления. Мы не спорим про реальность. У вас с реальностью все хорошо. В чем проблема? Проблема состоит вот. В том, что картина мира, которую вы вроде высказываете, она в этой игре относится к области представления. Либо непонятно, чем какой-то, либо это просто у вас термин просто неудачный, может быть. Может быть, это действительно какая-то концептуальная схема какая-то, может быть. То есть ты хочешь сказать, что мышление никак не задействовано в составлении картины мира? Нет, оно задействовано, задействовано. Но оно шире получается. Через концептуальную вот схему. Что шире? Ну, мышление. Мышление, как бы, ну, по нашим представлениям каким-то, вот, как бы, до разговора, да, вот если нам сказали, вот есть картина мира, а вот есть мышление. Вот так вот примерно, как бы, мы бы себе представили. Так что я мышление... сказал, что картина мира это уже, чем культура. А культура это все, что осмысленно, понимаешь? В чем когда-то, тысячи лет назад, была мысль? Я сказал уже, что картина мира это уже, чем культура. Уже это... А все культура, если... вот все, что было, это культура, можно сказать, человеческая. Мышление больше, чем культура. Мышление, да, не просто как бы шире, понимаете, чем картина мира, но оно как бы и глубже, что ли, оно фундирование, вот в чем проблема. Мысль? Да. Ну, правильно. Ну, не знаю, тут, ну, такие. Мысль фундирована, мы о картине мира будем говорить. Угу. Вот еще, знаете, например, у Канта... Все, вот я не хочу. Дай договорить. Просто вот концептуальную схему вспомните. Вот, можешь картину мира понимать, как у Канта концептуальная схема, может быть, все-таки такой термин. Если это так, тогда вопрос снимается. Но если нет, то тогда еще есть такая некая концептуальная схема, которая отличается от картины мира. Вот, надо ее тоже пояснить. Концептуальная схема – это тот способ, каким мышление накладывается на картину мира, там, на представление. Вот есть еще концептуальная схема. Чисто понятийная схематика, там нет никакой картины. Чистая связь понятий, вот она накладывается как на представление. В картине мира, естественно, можно выделять там концептуальные схемы,
тыры-пыры. Сейчас разговор идет о самом общем. Вот это только начало, понимаешь, разговоры. Ну, как и хорошо бы сейчас вот заранее понять, чтобы потом, как бы, не спрашивать. Получится, вы будете говорить, что вот я это уже рассказал, вы меня отсылаете слишком далеко. Так, давайте сейчас, как бы, тогда сойдемся. Нафига вот сейчас существует... Так это самое интересное. Масса вы самые... вводите понятие картины мира. Самое интересное, что вы имеете под этим... Ведь вы... Все, вот ну... есть разговор о реальности. Реальности мы согласны, что она есть. Факт. И что она отличается от нашего знания, мы тоже согласны с этим. И вот складывается постепенно обсуждение мнений различных реальностей, складывается картина мира. Ну хорошо, тогда можно сказать. Я дал отсылку к эпистеме Фуко. Фуко примерно об этом же говорит. Ради Бога, там у него написано куча всего. Так? Я просто утверждаю, что от эпистемы, да, это знаниевая структура, да, но это шире. Сказал, про дискурс формирования я сказал, да. Но я, вот то, что я понимаю под картиной мира, это еще. Предполагает индивидуальную картину мира. Так, да? Как это все детализироваться будет дальше? Понимаешь, да? Вот есть реальность, есть совокупность мнений, из которых складывается картина мира. Как это устроено? И как должно быть? Чего тут непонятно? Нет философии. Ты понимаешь, я сказал, что я не занимаюсь... я пока иду вне рамок философии. Какой-то истории философии, да? У меня чисто антропологический подход, вот от человека, от ощущения человека. Вы вас поняли, вы же должны говорить на языке общих данных. Так вот я сейчас и начал, вот объяснять тебе специально, вот у меня в скобочках стоит. Для Булата. Что я с точки зрения философии начал объяснять про корреляцию бытия и мышления. Ну, корреляция бытия и мышления, само в этом выражении непонятно, понимаете? Александр, что такое корреляция бытия и мышления? Вы только путаете, скорее, мне кажется. Но я же уже объяснил. Это значит, что вся данность подпускается через субъект, да? И что мы не можем отделить субъекта от бытия и говорить... То есть мы не можем иметь доступ к реальности, независимо от... к истинной реальности, короче. Истинная реальность сокрыта. Это и означает то же, что бытие и мышление, то, что вы говорите. Вот, то же, что бытие и мышление означает, что все, что нам доступно как бы через мышление, как бы, и поэтому все наше знание, на самом деле, хотя оно вроде и наше знание, но на самом деле оно точно... Другого никакого знания не бывает, никакого, поэтому по ту сторону этого знания тоже ничего нет. То есть знание и на нашей стороне, и на стороне бытия. Это и есть то же, что бытие и мышление. Это не есть то же, что бытие и мышление. То же, что бытие и мышление, как раз... Далеко. Это не то же, что... Если вы можете различить бытие и мышление, то тогда, если вы можете различить, тогда должны предъявить, каким способом вы это делаете. Предъявить, как вы это сделали. На самом деле, ведь это же вопрос для философов очень необычный. Потому что сколько я философов не знаю, все говорили, что бытие и мышление – это одно и то же. То есть они даже здесь не будут того. А когда речь идет о корреляции, то есть о развлечении, и говорю утверждение, что они не равны друг другу, то это требует каких-то дополнительных комментариев, потому что это необычно. Ну, не знаю, что за философы? Да все, хоть начиная с Парменида, заканчивая Гегелем. Бытие и мышление? Тождественно, конечно. Да нет. Это просто в классической философии, вы немножко зацеплены в классической философии, мне кажется. Понимаешь, да? И поэтому такое ощущение. Но да? Для Парменида... Для Парменида бытие тождественное мышление? Для Парменида, безусловно. Для Гегеля тождественное? Для Платона нет. По-моему, тоже тождественно. Абсолютно нет. Он же говорит, когда абсолютно есть нет. Два... Абсолютно нет. Для Марса нет. Ну, блин, для Марса там все что угодно нет. Это но... просто Гегель, понимаешь? Да, Гегель – это бытие и мышление. Это то же самое, что Илиада, только наоборот. Маразм наоборот. Вот Парменид, потом Илиада. Движения нет, только покой. У Гегеля только движение. Вот это просто перевернули и получили. Корреляция бытия и мышления – это один из самых распространенных терминов современной философии. Мы не отождествляем бытие и мышление. Мы говорим про корреляцию. И некоторые пытаются это еще обойти. И пробиться к реальности, как бы той, которая существует независимо от мышления. С помощью мышления, тем не менее.
Фу, если для открытия мышления являются различными. Не надо. Это зависит от онтологии. Понимаешь, да? Это зависит исключительно от онтологии. Вот та онтологическая картина мира, которую ты воспринимаешь, так ты и будешь говорить. Ты так удивился, возьми любого религиозного человека, и он бы удивился, посмотри. И удивился чему? И руками, что бытие тождественному мышлению. Он бы развел руками, понимаешь? А и был бы прав. У него масса было бы аргументов против этого. Например? Чего? Аргумент. Какие могут быть у него аргументы против тождества мышления? Ну, Бог, да, думай же сам. Он бы сказал, что есть Бог, да. Как бы, да, а твое мышление ничтожное, да. Как тварь дрожащая. Ну, да. Это аргумент. Бог-то есть, так, а Бог он как? Вне нас? По-моему, мы вышли за пределы уже темы. Да, давайте вот это вырежем, этот разговор, поскольку он был совершенно, на мой взгляд, никчемный. И последнее, что я хочу сказать, фактически провести зарубку. Вот действительно, в чем непонятно здесь может быть. Вот непосредственная данность, что это? Вот я так смело сказал, непосредственная данность, да, это реальность. То есть это, можно сказать, что это нечто, пока еще не отрефлексированное человеком, да? Просто. Вот. Не отрефлексированное, значит, неосознанное? Ну, значит, да, выходит так. И тут еще... неосознанное, значит... Да, и тут еще возникает вопрос, что такое осознанное сразу же за этим, да? Ну, вот давайте вот вернемся к Канту и напомним себе, что чувственное восприятие, согласно Канту, не содержит в себе, на самом деле, представление о какой-то связанности и о единстве, да? И сама чувственность дает лишь несвязанные друг с другом ощущения. То есть это вот... Я когда делал доклад по Канту, я приводил такой пример, баран вот, и новые ворота. Он не узнает. И Кант утверждает, неопределенный предмет эмпирического созерцания называется явлением. То есть явление – это не есть нечто неопределенное. А чтобы это приобрело определенность, тематизация, должно быть понятие. Понимаешь, да? А понятие – это уже, так сказать, некий элемент чего? В нашем понимании это той самой картины мира. Вот, поэтому непосредственная данность, это взаимосвязь двух категорий, она это то, над чем можно размышлять. Категории реальности и категории картины мира. То есть фактически вот мы из единой категории реальности просто вычленили некую категорию под названием картина мира. А почему вычленили? Потому что это точно чистое мышление. Точно чистое мышление. Понимаешь, да? Вот. Далее. Ну вот это явление по Канту. А вот если вспомним, давайте явление и феномен по Хайдеггеру. Да? Вот. А у Хайдеггера что? Явление это то, что является нам. Это всегда фундировано феноменом. Да? И всегда к чему-то отсылает. То есть явление – это отсылка. А сам по себе феномен, он ни к чему не отсылает. А явление и феномен – это разные, что ли? Да. Ну, да. Потому что явление причем в кантовском смысле обычно понимается. Категорически разное. Вот. А феномен – это то, что само себя вот кажущее. Да? Само себя кажущее. Феномен – это само себя кажущее. Допустим, такой классический пример – красные щеки, да, это как вот явление некие красные щеки. Понимаете, Хайдеггером, как это вот отсыл к лихорадке, то есть это вот... Ну, и симптом, да, явление это симптом, да. Явление, да, это явление. А феномен это сама как бы болезнь, да? Или само что-то там. Да, само, да. Вот или треугольник, да, вот опять же, казалось бы, феномен, да. Феномен, но если мы треугольник вот созерцаем, да, потом вешаем его на дверь, вот так вот или вот так вот. Мы получаем М или Ж, вполне определенный знак, значение приобретает, да? И это явление уже по Хайдеггеру. То есть это отсылка сразу же какая-то к чему-то, к знакомым или к знакомым смыслам. То есть в структуре знака различается и денотат, и коннотат.
И когда мы говорим о денотации, тогда мы говорим о чем? О феномене. Но феномен это не знак. А когда о коннотации? Феномен это не знак. Феномен это себя в себе самом показывание. По Хайдегеру. Но тем не менее, он сразу же, если мы его смотрим, получается, мы адресуем... Да не уточняем это треугольником, он тут только путает. Это все... Я просто хочу сказать о сложности. Поскольку подлинный феномен, в конце концов, то у Хайдегера что? Подлинный феномен. Когда ты провел так, всю феноменологическую редукцию, до чего ты докапываешься? До мира в целом, наверное. А? До мира в целом, нет? Нет. Но структура вот этих... Подлинный феномен по Хайдегеру – пространство и время. Да ладно. Да ладно, точно. Так вот, ладно, вот представим, вот пусть феномен, я же вот к этой сложности, о которой говорил, возвращаюсь снова. Вот мы уже говорили о вещи, да, что это тоже такое двойственное понятие уже. Вещь как нечто целое, и вещь уже познана. Потом, подожди, какая редукция? Мне интересно, вещь это явление или феномен? Такие термины. Вот я об этом и говорю. Я об этом и говорю. Он вот просто игра в термин, знаете. Это не игра в термин, это разные взгляды. Феномен, как феномен, это показывание вещи себя, то есть... Это получается в других терминах, это символическое созерцание вещи. Это вещь сама по себе. Вот я его... недавно говорил, что без субъекта ничего невозможно, а теперь вещь как-то себя показывает. Там субъекта пнуло, да, и как бы говорит, я сейчас выйду. Нету субъекта. Я хоть один раз слово субъект произнес. Ну, вначале говорили, когда что там, что без субъекта ничего не бывает, как бы там что. Это я объяснял с точки зрения вот определенного философского взгляда. Ну, с точки зрения Канта объяснил, тебе с точки зрения Хайдегера. Другая, как бы уже. Хайдегера, да. А сама суть дела-то есть? Может быть, это точки зрения-то не очень интересно? Что-то есть сама суть дела? Нет. Так вот, суть дела-то и заключается в сложности. Вот можно, кстати, вопрос по сути, да, не передирающий там ничего. А вот если, допустим, смотреть с точки зрения Канта, то получается, что вот реальность такая непосредственная, она какая-то вся раздробленная, ну, там, расчлененная, вот, не собранная, и только картина мира, там, ну, или мышление, там, или картина мира, вот, она как бы собирает все это воедино, выстраивает. Ну, то есть вот это объединение, так сказать, мира в целом происходит на уровне картины мира. А мир явлений вот этих вот, он как бы такой, ну, не оформлен. И с помощью опыта, да? Да, да. То есть мы и в конце концов вот, мы придем... В сравнении просто сейчас. А вот у Хайдегера, насколько я помню, как бы у него вот именно вот этот феномен, вот недаром он там всегда отсылает кому-то другому и так далее. О, ну, всякая вещь там является отсылкой к другой вещи, то, что называется подручной, и в этом выступает мир в целом. Ну, причем выступает именно как феномен, да, то есть это не картина мира, вот. То есть он никогда бы не согласился с тем, что вот это вот выступание мира в целом, причем как предшествующее любой встрече там, с любой вещью, что это есть некая наша там, ну, какая-то сознательная или бессознательная работа. Ну, то есть, ну, вот так бы просто не мог сказать, неизвестно там, что раньше, а что позже. То есть, нельзя это назвать было бы картиной мира, это как бы сам мир. Вот сам мир вот выступил таким образом. Ну да, да, то есть... это есть момент у Хайдегера, действительно, и вот эту тему я начал с работы Хайдегера «Время картины мира», да, и где он критически, он говорит, что вот сейчас так. В современности человек живет картиной мира, но он... И как бы отслаивает... Он как бы с критической... Это нехорошо, ребята. Да? Да, да, совершенно верно, это его подход. Но вот я хочу в заключение все же вот этот момент договорить. Вот феномен, как феномен, это показывание вещи только себе. Вот давайте представим это, да? То есть символическое созерцание вещи. На самом деле это вот такая особая и нелегкая штука. Вот взять вещь саму по себе вне связи с другими вещами. Я просто это хочу подчеркнуть, да. Это искусство, да. Это вот по Хайдегеру, поскольку феномен это бытие, вот это искусство бытия, да. Вот взять вещь как феномен, то есть как вот оно само добраться до этой самой сущности, да, ее. Но мне непонятно, честно говоря, я не такой большой знаток Хайдегера, как он
провел эту самую фенологическую редукцию. Это как... не было редукции вообще, это чисто гуссеровская тема. Пространство время? Нет, у него вообще как бы понятие редукции, это то, с чем да, он боролся, ну, с Гуссером. Да, ну, да, да, совершенно, я просто в общем говорю фенологическими словами. Да? Вот. Ты же можешь как-то сказать, вот, как добраться до самых исходных феноменов то пространства и времени. У меня такое ощущение, что Хайдеггер просто у Канта это, так сказать. Я прочитал, ну, там, да, где-то две трети его «Бытия и времени», но он не добирался там вот до исходных каких-то феноменов. Но тем не менее это есть. По-другому, да, как-то все. Нет, я же тебя не обманываю. Значит, посмотри, вот исходный феномен — это пространство и время. Так а где это? Вот, где вы вот это читали? Не помню уже, это давно было, честно говоря. Это «Бытие и время». Мне просто интересно, что и как бы, если есть разница между явлением и феноменом, то она есть везде. Почему пространство и время там? То есть любая вещь выступает в этом различии. То есть я хочу сказать, что представление Хайдеггера о вот непосредственной данности, о первичности, да, это представление явления именно знака. То есть он реальность воспринимал знаково на самом деле. Но это явление, понимаешь, да? Это безусловно. А потом от знаков как бы обратно, в глубину, даже феномена. Мне кажется, не совсем так. Вот смотрите, если у него, допустим, вот вещь вот эта вот подручная, она изначально имеет структуру знака, она уже отсылает к чему-то. Вот молоток отсылает к забиванию гвоздей. Правильно. И он пишет, что это и есть реальность. Да, это да, есть реальность, правильно, нет никакого правильно, там правильно, деревянного правильно, молотка, то есть, каменного и так далее. А моими словами получается, что он воспринимает мир-то? Он критикует картину мира, но воспринимает-то сам мир как картину мира, как набор таких отсылок сплошных. Не совсем, ну как сказать? Ну как? Он получается по факту. Он просто схлопнул, понимаете, он вот эту картину мира и реальность, он их схлопнул так, вот причем, что сказал, что они никогда и не разделяли, что вот это вот разделение, отпадение, как бы, да, одного от другого, это и есть болезнь, там, можно сказать, болезнь мышления. Вот. Да. Но это не подлинность. А подлинность — это вот их единство. Да. И неразличимость. Да, но неразличимость приводит к катастрофе, как мы дальше увидим. Просто мне очень тоже понятно, вот если берете, вы отсылаете к первоначальным по ссылке Хайдеггера, то ведь действительно, ведь когда мы видим молоток, то он отсылает нас к чему? Моей возможности забить гвоздь. Когда мы видим стол, он к чему отсылает? Моей возможности на него сесть. То есть изначально... Я хочу обратить внимание, что этот персонаж здесь уже не является как миром какого-то рода представления, потому что отсылать мои возможности сделать что-то и что-то, это не описать, это не картина. Ну, ясно же, да? Почему? Но это не описательное представление. Ну потому что отсылается, если бы он отсылал бы, там, молоток отсылал бы к пиле, пила бы отсылала к гвоздям, чего-либо, что-то. Это было бы описательное отношение, это было бы действительно картина мира. Не, ну они и так тоже отсылают, он молоток отсылает к гвоздям. Молоток отсылает не к гвоздям, молоток отсылает мои возможности забегать. Но их способности. Нет, суть в том, что там проступает сеть отсылок. Да. Мир предстает сразу как данность вот этой сети. Мир предстает не как сеть отсылок. И все эти отсылки в конце концов сводятся к тебе. Выступает в модусе орудийности. Орудийности у него. У тебя сам все, что остальное, оно у тебя оказывается орудием. То есть стул является орудием для сидения, молоток вот это. Но орудийность — это не картина мира, возможно. Ну, это я согласен, да. Ну как это не картина мира, орудийность? А как? Я не знаю, мне это кажется... Ведь когда картина мира, когда для меня роза – это символ любви, вот это картина мира. А когда для меня роза – это что? Это способность сделать розовое масло? Нет, ну, имейте в виду, я думаю... Но дело в том, что ты живешь, ты не только картина и мир. Игорь, может быть, хочет сказать следующее, попытаюсь перевести, что в этой системе отсылок, да, в этой системе как бы рутинности можно двигаться непосредственно, переходить от этого смысла к этому, от этого смысла к этому, и никогда не вставать вот в это отношение как бы соотнесенности там, реальности и картины мира. То есть непосредственно проживать. Верно, так это то, что я сказал, непосредственное проживание в реальности. Это то, о чем мы будем говорить. Чтобы закончить... Да не очень давно я непосредственно это вам скажу. Что... Ну ладно, чтобы закончить, а? Вот сейчас. Хорошо. А феномены. И то, что я сказал, феноменологическая редукция. Все им понимается, да? Включает в себя, вот если так вот разобраться, феноменологическая редукция включает в себя вот снимание шкурок с вещи. То есть, чтобы добраться до
по Хайдеггеру до самых фундаментальных феноменов пространства и времени, да, а у Канта тоже в фундаменте то у нас лежат эти априори, мы все вещи должны снимать шкурки, а шкурки вот это мы снимаем знаками, значением, то есть или мы расчленяем треугольники на палочки, там, да, соотносим с другими с вещами, и потом опля, шкурку-то с вещей, и она уже по-другому выглядит. Потом мы означиваем вещь, а потом снова к ней возвращаемся. И она уже выглядит по-другому. То есть феномен, понятие относительное, вот что я хочу сказать. Вот кроме самых фундаментальных, вот то, что. А феномен, вот я сейчас понимаю, как то, что вот непосредственная данность, да? То есть вот за треугольником, казалось бы, как треугольником, ничто не стоит больше. Вот это вот самая непосредственность, да. Но если вот я обращу внимание на палочки, все, он рассыпается, этот феномен, да. Палочки появляются. То есть стоит треугольник соотнести с другими вещами, открывается просто бездна. У Хайдеггера это как раз... Ну, не собственное отношение к вещам. То есть можно молотком забивать гвозди, а можно правильно начать его изучать, правильно, смотреть, правильно, глазеть на него и так далее. Правильно. Сравнивать его с другими вещами. Да, правильно. А чем обусловлено твое отношение к вещам? Картиной мира, естественно. Это уж точно. То есть, этими заключительными словами, да, я хотел подчеркнуть, что непосредственная данность, она... Это понятие, которое требует разработки, и она, в принципе, она относительная. Для одного непосредственная данность может быть одна, а для другого непосредственная данность может быть другая. Ну, это уж совсем странно. Нет, я бы сказал еще... То есть для одного красное, а для другого... Такие, условно говоря, картины мира, да, вот, в которых нет различий между непосредственной данностью и опосредованной, и чем-то опосредованным. Где вот самого этого различия нет. Вот как бы Хайдеггер выступает, ну, если как бы последовательно там верить ему, вот, он пытается выстроить как бы картину мира, в которой нет этого различия. Мне кажется, так. Ну, или в которой как бы оно... Да нет, мне кажется, по-другому, потому что он... И как бы вот красная, зеленая, вот это и непосредственная данность, она не может быть разной. Так нет, ну речь идет о том, что вот смотри, ты видишь красное, или ты видишь фотоны прилетели вот определенной частоты тебе в глаз, да, и ты воспринял там, интерпретировал этот сигнал как красное. Вот что есть непосредственное? Вот Хайдеггер как раз и говорит про то, что если ты услышал за окном мотоцикл, то ты не услышал какой-то шум, который проинтерпретировал как и так далее, да? Вот, то есть это не опосредованно, а ты услышал сам мотоцикл. Все. Вот это есть феноменология, больше ничего. Непосредственная данность, то мы всегда имеем в виду, как вы говорите, проявление. Да? Непосредственно имеем в виду как бы вот некие первичные данности. Нет, но речь идет о том, что сам мотоцикл явился тебе, понимаешь, сам мотоцикл явился тебе. Не через посредников, не через какие-то звуки, там, шум и так далее. Да. А вот но ты можешь выйти корем в этой комнате, случайно тебя привезли, и ты вот слышишь какой-то звук, ты не понимаешь, что это мотоцикл. Вот что я говорю. Вы стоите на позиции, что есть непосредственные данности, а теперь как бы критикуете, что оно это соглашается с тем, что никакой непосредственной данности нет. Почему же? Нет, разные. А я-то говорю просто, что есть как бы картины мира, в которых есть непосредственная данность, есть где она как бы, ее нет, потому что она сливается с опосредованием, вот, и их не различить. Просто, и это тоже, то есть, если как бы картину мира понимаем, как вот, как некое, ну, какое-то отношение к реальности, выстраивание вот этой вот, ну, собственно, картины, это по-другому не назвать, да, то она может быть вообще какой угодно. Вот, и те же дикари, у них же тоже есть какая-то картина, конечно, мира, правильно? Конечно. Вот, и она вот, она не включает, может быть, огромное количество всех этих вот развлечений, да, вот, в принципе, да, не включает. Принципе, не потому, что конечно, они их не додумали, конечно, да, конечно. А потому что их там, ее там нет. Ну, поэтому я говорю, что ваш разговор о словах. То есть мы давайте как бы будем разговаривать о словах. Вот услышал он мотоцикл. Это разговор о словах. Он, может, лишь услышал мотоцикл. Да, это все вполне возможно. И то, что там как бы нету непосредственной этой видимости, там, какой-то работы и прочей интерпретации, это не говорит о том, что если мы разложим это на составляющие элементарные действия, то выяснится, что как бы он услышал сначала звук, а потом как бы интерпретировал его как мотоцикл. И то, что как бы Хайдеггер настаивает на том, что он непосредственно услышал мотоцикл, это его точка зрения просто.
Это понятно, мы только и говорим, что есть разные точки зрения. И такая есть, и такая. Нет, вопрос, вот это уже говорит... давайте не будем спорить о словах. Это уже нет, это не о словах. Все равно непосредственной данности останется красное, звук и прочее. Как бы мы ни интерпретировали. Конечно, 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 конечно. Но дело в том, что картина мира, вот наше культурное, так сказать, представление, они мешают нам, да? Это же пробиться, так сказать, к истинному феномену, чтобы слышать звук как звук. Хотя бы так, да. И видеть красный, как красный. Может быть, я вижу красный, сразу же у меня роза возникает, да? Как роза, так сразу же бывает, да? Да, а потом там шипы. И я, собственно, красным-то не наслаждаюсь, а мне в попу шип сразу же давит. Там, ну, вот о чем речь. Можно хлопнуть? Да.